Всем привет! С вами профессор. В этой серии я вам покажу, как делать деревянный инструмент. Для начала нам нужно нарубить древесины. Ну, возьмем, например, вот эту ближайшую березу. Наводим курсор мыши и зажимаем левую кнопку мыши, чтобы дерево срубилось. Это на случай, если кто-то только начал играть и не знает, как рубить дерево. Ну, вот нарубили чуть-чуть дерева. Я думаю, для начала этого достаточно. Теперь нажимаем клавишу E, берем наше дерево и кладем вот сюда. В результате получаются доски, 16 досок. Первое, что нужно сделать, конечно, это же верстак. Вот, получился у нас верстак. Устанавливаем его куда-нибудь, например, вот сюда. Теперь нам нужно сделать немного палок. Вот таким вот образом они крафтятся. И теперь, собственно, можно приступать к изготовлению инструмента. Первое – это кирка. Второе – таким вот образом можно сделать топор. Так, у нас совсем мало палок осталось и досок, поэтому сейчас сделаем еще меч. Вот. В принципе, это основной инструмент, который используется. С помощью топора нарубить древесины можно намного быстрее. Сейчас мы немного нарубим древесины для того, чтобы показать, как сделать деревянную мотыгу и лопату. Вот видите, топор рубит намного быстрее. Так, и теперь получаем доски. И осталось нам сделать лопату. Так, вот она. И сейчас сделаем еще мотыгу. Вот и вот. Вот основные инструменты деревянные у нас готовы. Как я говорил, топор для того, чтобы рубить древесину. В принципе, им можно защищаться и от монстров. Меч тоже помогает рубить монстров и листву им еще удобно срезать. С помощью лопаты можно быстро блоки земли, песка, гравия. И с помощью мотыги можно делать грядки, куда уже сажать семена пшеницы. Вот, в принципе, и все основные инструменты, которые можно сделать из дерева в Minecraft. С вами был профессор. Всем пока. Специально для сайта minecraft-book.ru.